В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите, как я твой мост шатал. Очень он раскачивается, а мы можем его еще больше раскачать? Как я реагирую на обычную поездку в лифте с этажа на этаж? Мы уже даже не здесь. Мы в какую-то другую реальность, да? Проникли только что. И как рыбачат профессионалы. Вот как надо рыбачить. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. В прошлой серии я сказал вам, ставьте лайк, наберем 40к лайков, я буду играть только с ножом и больше ничем. Мы набрали 37к лайков на данный момент, и поэтому я вот подержу ножик ровно 3 секунды. Раз, два, три, и буду играть дальше по-нормальному. Короче, мы с вами остановились возле герцога, и он нам сказал, что нас ждет еще аж целых 3 босса. Все остальные враги также будут, вот эти вот, которые Гейзенберг, Квазимодо и маленькая куколка, со всеми с ними мы будем сражаться. Но еще, я так понимаю, будет сама Матерь Миранда, самый главный босс. Тут у нас есть что? У нас есть сокровища. Может быть, нам следует их поискать? Давайте сгоняем к какому-нибудь ближайшему сокровищу и посмотрим, что оно вообще нам дает. О боже мой, как я рад, что здесь не спаунятся монстры постоянно. Мы можем спокойно бегать по этой деревне, не опасаться ничего. Итак, у нас в этом доме есть клад. Давайте посмотрим. А мы сюда даже и не попадем. Черт. Нам же нужен ключ. Ключ от его дома находится дома у садовника. А садовник-то где? У нас вот этот дом не обыскан. Вот этот дом... И вот этот даже дом не обыскан до конца. Так, но позвольте. Вот этот дом, он завален. К нему уже не пройти. Мы можем только пойти сюда наверх. Через крышу добраться до... Сейчас скажу, докуда. Вот сюда мы можем попасть. И больше никуда. Не бойся, петушок, я тебя пока не буду трогать. Хотя я видел, что вы в комментариях писали, что, мол, обязательно надо... Стоп! Вот здесь я еще не был. Ну, Все, давай, открывай. Здесь мы еще не были. Тут дырочка есть интересная. Погодите, сейчас мы исследуем ее. Обязательно надо взять, что мы только что взяли. Что мы только что взяли? Я что-то даже не успел посмотреть толком. Короче, что-то мы взяли. Кстати, я же там вроде пестель, да, себе взял крутой. У меня сейчас вот этот. А я купил вот этот и как бы и не использую его даже. Все, теперь я его использую. Никаких проблем. Абсолютно никаких проблем. Кстати, а что можно с ним сделать? Можно ли изучить и снять с него что-нибудь? Так, положение, масштаб, закрыть. Нет, с него уже ничего не снять. Но, в общем, у нас есть теперь пестель покруче. И больше у нас ничего, видать, нету, да? Такого? Такого важного. Нет, вроде нету. Так, оно стало синим? Да, стало. Осталось теперь только в дырку вылезти. А она нас ведет... Куда она нас привела? Обратно сюда. Ладно, я вообще не понимаю, как попасть вот в эти места. Сюда уже, походу, вот никак не попасть. Разве что давайте сходим в церковь. Смотрите, свинка. Вы писали, что это очень важно. А, черт. Что очень важно охотиться на животных. Ну, давайте попробуем поохотиться. Ну, только не дергайся. Так, хоп. Есть. Ладно, свинья. Какие-то бафы жесткие будут. Стоп, я видел, что-то светилось? Что-то... А, нет, это просто лампочка светилась. Погодите. Погодите. Этого здесь не было. Откуда это появилось здесь все в церкви? Здрасте. Дата операции. Запись сделана FN. А, дата 9 февраля 2021 года. 11:35. На месте следов ИУ или РУ нет. 12:10. Вошли в деревню. Стычка с биооружием. Следы ИО. Местонахождение РУ неизвестно. 13:10. Развернули базу в церкви. План операции. ЛБТДПС. Осмотреть лабораторию. ФНСГ. Изучить образцы плесени. Альфа. Проникнуть на фабрику. Вот это очень неожиданно. Ты понимаешь, все. Теперь мы все осмотрели. Нет, еще не все. Тут что-то тоже есть. Как и вот в этом доме, я только что здесь побегал, там ничего не нашел. Скорее всего, просто что-то не увидел. Давайте сохранимся. Но я не понимаю, где смотреть, если честно. А, вот здесь? Понятно. Так, хоп. Сокровище. Кажется, теперь все. Это место чисто, мы осветили его этим святым выстрелом.
Окей, а теперь давайте побежим в сторону замка, попробуем посмотреть сокровища там. Я так понимаю, нам больше некого бояться, а нам сюда уже не пройти, все. Осталось только по сюжету идти. Ладно, давай мы продадим ему все, привет. Само собой. А, но у меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Ага, давайте сейчас. Кухня герцога. Запеченная с зеленью рыба. Соберите все ингредиенты, добывайте ингредиенты зверей, птиц и рыб. Необычная мясистая рыба запеченная. Съешьте это сытное блюдо, чтобы стать еще здоровее. Окей. Надо еще, короче, одну птицу убить и двух рыб. Здрасте, мистер рыба. Оп. Ну давай. Так я не могу попасть по ней. Вот как надо рыбачить. Ты напрашиваешься. Стой. Есть. Е-е-е, я взял рыбу. Я должен стать еще здоровее. Курочки мои. Сейчас. Так, тут одна дохлая лежит. И надо еще от тебя. Есть. Все, а что... Ничего, а, все, дала. Фух, я думал, ничего не даст мне. Ну, привет. Давай, давай. Приготовь мне это запеченное с зеленью рыба. Есть, мы есть, завершено. Все ингредиенты. Теперь... Ты только сам не съешь, пожалуйста. Готово. Садитесь, ешьте. Я съел ее? Я уже съел. Здоровье слегка увеличено навсегда. Я бы такое съел еще разок. Прикольно. Потом дальше плов с домашней птицей и мясом. Короче, нам уже будет мясо птиц. Еще 4 птиц убить надо будет потом. А вы знаете, ладно, толк в качестве. Спасибо. Спасибо. Ой, стой, 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 стой. Торгуем, торгуем, я забыл. Я же хотел еще что-то. Ой, нет. Нет задачи важнее, чем. Тихо, тихо, птица. Тихо. Обломок кристалла нет, можно продать. Важнее. Большой кристалл, кристальный череп. Кристалл, ожерелье. Стоп, 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 стоп. Может быть, нам не стоит пока продавать? Может быть, надо будет найти и до конца их всех? Стоп, давайте вот, вот это пока не будем продавать, и мадалину тоже не будем продавать. Мясо птицы, отмычка, лекарство. Ага, все. Вот только это все. Да. Да, спасибо. А теперь... Пока что выйдем, я хочу попробовать, можем ли мы соединить эти части. Вот, допустим, зверь объединить. Ой, стоп, нет. Вот это объединить, да, объединить. 100 пудов она стала еще ценнее. Скажите, ищите что-то конкретное? Да, хочу продать тебе козла. 15 штук он стоит. Вот. Вот это сделка. Не обращайте внимания. Давайте оружейную, нам надо улучшить вот тебя. Не, стоп, погодите, прежде чем улучшать, нет. Да нет, надо улучшить, что я туплю. Надо улучшить. Темп стрельбы можно. Перезарядка пока норм, боезапас тоже в целом. В целом норм. Теперь я хочу посмотреть снаряжение. Есть ли у тебя что-нибудь? Еще какое-нибудь место? Живи до завтра. Увеличивает количество ячеек для предметов. Это прикольно. Скажите, окей. Если найдете еще что-то ценное. Да, окей, 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 окей. Нам куда-то нужно идти. Куда нам нужно идти? Сюда нам уже нечего вставить. Нам нужно еще найти колбы. В какую сторону? Давайте в эту сторону пойдем. Как раз-таки ключ подходит. С 4 крыльями новое место открылось. Вот тут мы найдем все, я уверен. Все, новая глава начинается. Мы много времени потратили на добычу мяса. Что-то как-то заросли много здесь. Что это? Краски сгущаются. Мистер Труп! Он не дошел до своей могилы, к сожалению. О, туманно становится. О, щит. О! Тварь ворона. Испугала меня. Мы сейчас будем с куклой иметь дело. С этой маленькой ходячей куклой по-любому будем иметь дело. Ну иди сюда, кукла. Я сделаю из тебя секс-куклу. Ха-ха-ха. Я правильно иду вообще? Стоп, по-моему, тут еще можно было в эту сторону. Это же закоулочек.
Так, я слышу какие-то... То ли это выстрел был, то ли... Непонятно что. Оу. Получается, просто вернулись обратно. Сделали петлю. Тогда нам только в одно место нужно идти. Вот сюда. Коляска. А, ну, естественно, в ней будет манекен какой-то лежать. Разобранный обязательно. Как мне нравится здесь. Видимо, обратно мы вернемся. Здравствуйте, мистер Козел. Видимо, обратно будем возвращаться на, по одному из этих мостов. А что-то он раскачивается. А мы можем его еще больше раскачать? Нет. Нельзя расшатать уже расшатанное. Ита. Что? Мия? Убить нельзя. Я не верю, что это ты. Это не ты. Но мы пообщаемся, конечно же. Итан, подойди ко мне. Мне нужно кое-что сказать. Мия? Ну это не она. Что происходит? Да не верь этому, Итан. Тем более, она же рядом стояла. Зачем тебе подходить к ней, если ты уже подошел к ней? Не кажется это нелогичным? Только монстр. Только монстр-вирус способен на такую тупость. Закрыто. Роза ой. Стала другой. Итан, ты заметила? Ты должен помочь. Куда? Это невозможно. Вы с Розой ох. Меня бросили. Я не хочу быть одна. Быть ну, того не может. Формально да, но ты сдохла. Что нам еще оставалось делать? А потом Розу вообще забрали. Тут как бы вообще все не от меня зависело. Какое интересное кладбище. Я Беневенто. 1987-1996. Если так... у меня всегда так язык заплетается, и я туплю так жестко, когда я с утра записываю. Я с ума схожу? Нет, просто с утра записываю, Итан. Просто с утра записываю. А, погодите, это сокровище! Надо его отыскать срочно, откопать каким-то образом. Я только что-то не понимаю, каким образом добываются сокровища в этой игре. Я не могу вспомнить, если герцог говорил, как это делается. Ну, у меня только один вариант. Прыгнуть ножом. Нет, не работает, значит, уходим. Ладно, потом. Если оно мне нужно для прохождения игры, то мы обязательно с вами найдем способ, потому что игра нас приведет к нему. Но сейчас пока я не втупляю. Какой нам здесь нужен ключ? Отдай свои воспоминания. Что это значит? Карта сокровищ? Нет! Ну ладно. Только если обещаешь открыть дверь. Что происходит? А воспоминания? Все забрали. Твою мать. Мне кажется, эту сцену можно было сделать, знаете, еще более драматичной. Ну, то есть, показать, как он колеблется, прежде чем опустить фотографию вот это, через эту щель. То есть, немного такой... Как же так? Это же мои воспоминания. Это Мия. Это Роза. Как нам? Что нажать надо? Ага. Мы едем вниз, да? Нет, вверх. Ну хотя бы не вниз. Типа подземелье, знаете ли. Ой. Это что-то не лучше. Ой-ой-ой. Что-то было рядом? Я что-то не заметил, да? Сейчас опять это произойдет. Мы уже даже не здесь. Мы в какую-то другую реальность, да? Проникли только что. Лево. Право. К
Карты нет этого местности. Этого местности. Этой местности. Это что-то новенькое. Да, мы в какую сторону-то идем? Мы идем к краю карты. Что это за дом? Вау! Блин, как это прикольно. Это очень красиво. Да, мне нравится. Ну, идем. Дом Беневенто. Стоп. Они и так звали чувака-садовника, у которого есть ключ от дома скрипача. Слушайте, походу, да. По-моему. Я что-то не очень помню, если честно. Ах ты, козлина. Ненавижу его. У меня какая-то неприязнь к нему. Я не знаю, почему. Игра выработала это во мне. Идем в дом. Мне нужен ключ. Твою мать. Быстро открывай. Интересная заметка. В комментариях кто-то из вас писал, что если Итан так круто регенерируется, то почему он не регенерирует пальцы? Соответственно, все дело в этом маленьком растворе. Это не просто итановские суперспособности. Он все-таки обычный человек, оказывается. Посмотрите на это. А может быть и необычный. Может быть, мы пока так думаем. Нас ведут сюда. Зачем? Окей. Это дом, надо все исследовать. Надо открывать все тумбы, все ящички. Надо все вазы бить. Блин. Ничего нет. Здрасте. Ничего нет. Итак, мы можем это почитать? Не можем. А зачем изучать это? В чем прикол? Это растение. Слишком тихо. Ой, я представляю, я как бы я живу в таком доме. Ну, конечно, это очень прикольно. Потому что он такой живописный. В живописном месте находится водопад, все дела. В общем, я представляю, как было бы здесь круто жить, но... Эти вот шумы. И я опасаюсь этих моментов, когда, знаете, ты начинаешь накручивать себе всяких призраков, монстров. А тут постоянно все шумит, все трещит. Какие-то скрипы издаются, всякие щелчки. Так, мы в фойе еще не все осмотрели, оказывается. Тут что-то есть, что-то мы не нашли с вами. Где-то что-то мы не нашли. Ну что именно? Ни один из этих шкафчиков нельзя открыть. Но вот этот... Блин. Я же нажал вправо. Я просто когда жму вот эту штучку, стрелочку, я сразу потом жму на выстрел. Или на удар. Нет, это все недобываемое здесь. Как мне нравится скорость бега в этой игре. Во всех резиках такое. О, вот эта кукла. А что это за юноша? Нет, это женщина. Какая-то с ней. Миранда? Здрасте, кто здесь? Ой, что-то становится стрёмно здесь. Что-то все такое ветхое стало внезапно. Ничего нет. Ничего нету. Закрыто. Ага, это весь первый этаж. Но здесь еще лифт. Какой-то лифт куда-то вниз. Погодите, мы еще наверх с вами не сходили. Наверх. Это где? Где верх? Где верх? Блин. Запутался. Вот, сюда. Ну,
Ой, жуткая будет бабёнка эта маленькая. Наверняка она будет всякие криповые штуки делать. То есть здесь все заблокировано. Воу. Очень большой дом. И ничего вообще нету. Он пустой абсолютно. Какой-то фейковый. Как иллюзия как будто бы. Все, мы здесь все осмотрели. Какой-то бессмысленный подъем на этот этаж был. Никаких секретов, вообще ничего. Вообще ничего здесь нету. Окей, значит, нам получается надо идти на лифт. И куда-то вниз, да, судя по всему, мы пойдем. Сюда. Мне, конечно, обидно, что... Что? А, все. Конечно, обидно, что я в том фойе не нашел ничего сейчас. Так, где у нас тут кнопочка? Вниз. Ну, а теперь будет точно подземелье. Нет, не совсем. Сейчас мы как будто бы в отель какой-то пришли. Тут есть что? Это кабинет пустой. А зачем он туда вообще нужен здесь в игре? Погодите. Тут надо... Может быть, какие-то есть детали интересные? Здесь проектор. Тут какие-то презентации смотрели. Ну ладно. Можно идти сюда. Как долго выдерживает эту паузу? Это тишины и стрёмные. Так, закрыто. И тут мы в пяти оказываемся, да? Так. Чё-то начинается. О! Это ты! У нее колба. Это приманка, да? Ну ладно, я так понимаю, нам нужно это сделать. Ой! Ай! Я так долго ждала тебя. Я буду более послушной дочкой, чем Роза. Останься со мной, пожалуйста. Навеки. Что? Стоп, где мое оружие? Она обокрала меня всего! Опси-допси, а это что? О, нет. Это что, кукла? Мия? Сгодится! Скажите, открывается ли рот? А, да! Отлично! Я беру! Так что... Что мне надо засунуть ей туда? Во рту что-то лежит, но без инструмента предмет не достать. Там какой-то слайд, походу. Ладно, мне нужны и какие-то щипцы, пинцет, что-то такое. Опа, сейвка. Блин, и сто пудов нас закрыли, да, здесь? Ну ты тварь, ну ты дрянь, конечно. Там на этом слайде по-любому код. Так, на пианино не поиграть. Ну чё, нам можно пойти только сюда, либо туда. Пойдемте сюда. У нас вообще ничего нет, она вообще все забрала. Оу. Блин. Какие-то глаза, как понять? И здесь чего-то не хватает. Похоже, в это углубление можно вставить предмет. Ладненько, ладненько, ладненько. Есть какая-то подсказка? А где предмет? Так, смотрим внимательно. Где предмет? Быстро говори мне, где предмет. Это не предмет. Хм. В мусоре?
Твою мать. Мне бы хотя бы отмычку. Неужели я не могу скрафтить ничего? Я вообще не могу ничего скрафтить, потому что у нас ничего нету. Даже если бы мог скрафтить, если бы даже было что-то, я не могу крафтить отмычки. Блин, вот я застрял. Погодите, можно изучить еще грудь. А, чем-то. Бинты слишком прочные, их надо чем-то разрезать. Да, блин. Хорошо. Можно еще изучить. Сейчас мы разберемся. Давай руку оторвем ей. Кольцо. И-и-и. Давай. Палец сломай. Ломай палец. Используйте два пальца ее. Себе представишь. Так, у нас есть теперь кольцо. Хорошо, хоть что-то. Ноги. Изучить. Давай. Ить. А там что? О. Ты смотри. Заводной ключ. Хорошо, 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 хорошо. Все не так плохо, как мы думали. Все гораздо лучше, чем мы думали. Надо изучить, изучить, изучить. Так, тя, пульс, пульс. Пульса нет. Ада мертва, кажется. Не, мы ищем просто соединение. Так, давай. А так, хорошо. Что у нее? Закрытые глаза. Понятненько, понятненько. Еще здесь можно изучить. Ну ты даешь. Давайте этот модуль надо открыть. Значит, закрытые, три закрытых глаза. Еще серебряный ключ. Перестань. Радио. Откуда эта запись здесь? А, окей, значит, смотрим. У нас есть заводной ключ, серебряный ключ. Мы можем что-то с ним сделать? Давайте попробуем его... Сейчас. Осмотреть. Ничего нету. С серебряным... Ой, с заводном тоже ничего нету. Вот кольцо мы наверняка можем осмотреть и что-то сделать с ним. Нет, пока ничего не можем сделать. Окей. Сначала давайте вот здесь используем этот ключ. Он даже нарисован на двери, кстати. Опа, смотрите, здесь всякую фигню, которая радиоактивная или как это сказать? Зараженная, зараженная, да. Так, вода идет исправно, это хорошо. Это хороший признак. Тут у нас что есть? Нельзя прочитать, нельзя посмотреть. Нельзя, 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 нельзя. Вот тут можно. Стоп, что это? А, закрыто. Тут просто заперто с другой стороны. Мы все посмотрели? Да, здесь больше ничего нету, кроме разве что... Вот этой умывальник. Умывальник. Изучить. Кольцо. Ну-ка. Обручальное. Стоп. 052911. Ах ты. 025911. Ноль. Стоп. Два. Вот сюда. Пять. Девять. Один. Один. А чё, он не работает? В смысле? Ой, 0529, простите. 0529. Сорян, сорян, сорян. 0,5. Две цифры просто перепутал. Так, 0,5. Вот. Открыто.
Здорово. Теперь давайте сразу, пока не забыли. Нам нужно 3 закрытых глаза. 3 закрытых глаза. Ага. С птицей мы еще потом разберемся. Сейчас выходим. Кукла, блин, верни мои вещи. You bitch. Что это? Ууу, это Мия, да, нарисованная? Начинается. Запугивание. Запугивание меня. Бедного невинного игрока. О май га. Так. А это что за хлебница? Хлебница какая-то. Это наша хлебница свадебная? Нельзя использовать. Не хлебница, я знаю. Это шкатулка. Нужен заводной ключ. Ау. И что делать? Мерзко. Что-то с ней не так. Ну хорошо, что мы можем крутить? Погодите. Что это значит? Мы что-то их прокручиваем вместе? Какая-то странная система. А, мы их меняем местами. Все, я понял. Нам, очевидно, надо как-то вот эти вот линии сопоставить. Ну-ка, проиграем? Хрень получилась, да-да-да, я знаю. Что-то сидит так. Так, слушаем, слушаем внимательно. Давайте попробуем вот сюда. Нет. А что, если вот это поменять? Да. Да. Слушай, ну, кажется, прям вот идеально. Запустить... Это мило и грустно. Спасибо. Есть! Гоу, в рот залезем к Мии. Быстрее. Сначала надо пошарить здесь везде. Пошарить. Тут ничего нету. Где же наш инвентарь? Побежали. Все окей. Просто не закрепили картину. Ничего страшного. Так, что у тебя во рту, пожалуйста? О, еще в глазах, может быть. Так, погодите. А-а-а, значит, стоп, как это? Как это? Не понимаю. Ворон смотрит вправо, я так понимаю. Ну, окей. Все, ворон смотрит вправо. И здесь давайте... Да, откроем. Пинцетиком. Достанем. Ворон смотрит вправо. Надо не забыть, что это. Я думал, это Кенни из Саус Парка сначала. Нет! О, боже. Нет, я не скажу этому. Только нет. Мия, ты задолбала. Опять у тебя секреты какие-то от меня. Что в первой части, что сейчас. Ворон смотрит вправо. Вот. Ну теперь нам осталось только найти еще один диск. А это нам сюда. А! Кто ты, блин? Смотрите, теперь она стоит.
Блин, это крипово. Это крипово, когда ты сначала смотришь на картину по одному, а потом по-другому внезапно, когда она меняет свой ракурс и свое положение. Тихо. Ссать не позволено. Не позволено. Уитон, ты так много пережил уже. It's okay. Здесь чего-то не хватает. Что-то мы не изучили. Пленка. Здесь нельзя это использовать. Но мало ли. Короче, нужен какой-то ключ здесь. А, мы пленку-то, кстати, и не изучили с вами. Сейчас. Чебурашки. В чем прикол? Что-то я должен заметить на них или нет? Не знаю. Кусок кинопленки извлечен изо рта куклы. Кинопленка. Где-то был здесь проектор, кстати говоря. Медицинская комната, склад. Где-то был проектор. Ну-ка, можем отсюда? Не работает. No. Вот. Вот проектор. Вот! Пленка, значит. О-о-о. Так, все, я понял. А как же я этого не видел изначально? Наша счастливая семья. Лучший друг Розы во всем мире. Ей очень нравится эта сказка. Самое важное для нас на этом свете. Подарок на свадьбу от бабушки. Доказательство вечной любви Итана ко мне. Лучший друг Розы, я так понимаю, это, скорее всего, наша чебурашка. Так. Доказательство. И... вот так. Сейчас. Ей очень нравится, да, самое важное для нас. Да, да. А, стоп. Подарок на свадьбу от бабушки. Это шкатулка и доказательство вечной любви. Ну, да, правильно все. Запусти... а, запустить надо было нажать, сорян. Все, смотрим. Жесть какая-то. Блин, это такая крипота. Смотрите, а видно по камере, что чувак с геймпада играет. Мы чей-то летсплей смотрим, походу. Блин, так стрёмно все. Мама. Мама. Окей, нам нужно сюда вниз. О май гад. Так, ножницы можем использовать? Кстати, мы сможем бинты Мии разрезать. Ну ладно, давайте сначала здесь порыскаем, потом придем к ней по-любому еще. Боже мой. Алло? Так, понятно. Кто-то зазвонит потом. Кто-то нам позвонит в любом случае. Прямо сейчас. Алло? Итан, прошу, послушай. Я не хотела скрывать это. Мия? Я не хотела терять тебя, разрушать нашу семью. Мия, о чем ты говоришь? Чертова женщина, проблемы одни из-за тебя.
подойдет? Нет, здесь нужен предмет, фигурка младенца. Есть, теперь открыто. А куда это теперь открывает? О, в кабинет. Ой, как удобство. Блин, Мия! Открыла, блин, мне. Она ушла. Это точно была она. Черт. Ладно, давайте. Юзаем ножницы. Так, изучить. Что это? Диск! Мама. Что с Розой? Что за звуки, блин? Окей. Открывайся. Ой, слишком темно. А, слишком темно. Я бы в жизни сюда не пошел. Колодец. Словно из фильма «Звонок». Еще ниже, нам туда надо, в колодец в этот. А, это мы видели это на пленке, на том летсплее. Ё-моё. А, нет, 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 да, ты, я, позыв был у Итана правильный, свалить нахрен отсюда. Что это? Ключ от электрощитка. Вот так просто? Нет. Сейчас что-то будет. Я так и знал. А-а-а! Нет. 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 Блин, как-то неприятно. Звуки как-то не приближаются, не отдаляются. Все изменилось. Ой, все изменилось. Со мной играют. Что это? Пуповина. Ладно, идем. Идем вдоль пуповины. Нет. Нет. Ну сейчас бежать надо или что? Кто-то есть там. О, блин! Я в ахере просто. Все, у меня паника. Открыл мне дверь. Так, к щитку. Сейчас, сейчас направо. Тут мы их хрен откроем. Вниз. Тихо, 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 тихо. К щитку, к щитку. Блин, она как-то бьет по моим точкам. Как-то прям бьет. Щиток. Быстро, быстро, быстро. Ключ от щитка. Открываем, мразь. А там что? Сраная фигурка, я так и думал, что тут будет это. Стоп, а что еще можно? Изучить.
А, фак. Где оно? Быстро. Где-то здесь? Где-то здесь. Открывай, быстро. О, светло. Пусть будет светло, останьтесь. Оставьте светло, пожалуйста. Так, мы на кухне. Мы должны найти какой-то предохранитель, да? Чтобы лифт заработал. Лифт. Предохранитель. Кто-нибудь. Спальня. Мы в спальне какой-то. Это, наверное, самая крутая сейчас часть в игре. Мне очень нравится. Мы нашли его. Ой! Я бы, может быть, вернуть все. А здесь можно только спрятаться, да, будет? Ладно, оставим открытым. Под кровать? Прятаться под кровать? Блин, я не готов. Я не готов этим заниматься. Оно, блин, здесь? Даже смотреть на тебя, но посмотрел зачем-то. Скорее прячься. Нет, я не хочу тебя, не хочу тебя видеть. Не смотри под кровать. Хотя это зря я сюда спрятался. Оно сюда и посмотрит, да? Оно ж ползает. Оно медленно. Я убегу. Оно взбесилось. Папочка убежал. Это неприятно всегда. Сюда. Так, простите. Куда нам надо? Сейчас направо в кабинет. Опа! Забаррикадировано. Вот это здорово. Что ж, в таком случае через вот сюда. А тут где-то машинка, да? Печатная. Пожалуйста, печатная машинка, где? Вот, сохранить. Окей. Теперь сюда. Пожалуйста, пусть будет дорога спокойная, прямая. Ну, не совсем прям прямая, но без всяких заграждений, пожалуйста. Вот сюда мне надо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Предохранитель. Лифт, работай! Сволочь, лифт! Что мне надо сделать? Уходь! Уродки, блин, лифт, просто открывайся! Быстро! Все, домой! Я нажал кнопку! Черт!
А, это было слишком... Это слишком больно. Это чертовски жуткая часть была. Нет. Я думаю, на этом мы с вами закончим, друзья. С меня хватит. В следующей серии все будет. Узнаем, чем там угорает. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылка будет в описании. Также не забывайте про вот этот видос. Сюда зайдите на мой сайт с комиксами. Я делаю свои собственные комиксы Game Hunters. Также тут мой мерч будет. Заходите, поддержите меня и мои проекты. С вами был Юджин и всем пять!